Заместители руководителя администрации Химок продолжают проводить личные встречи с населением. В этот раз Дмитрий Волошин выслушал проблемы жителей старых Химок. Самой острой стала тема землепользования. Сразу несколько химчан обратились с подобным вопросом. Обычно выносятся вопросы, связанные с городским хозяйством, с вопросами с землепользованием, вопросы с имуществом, вопросы, связанные с торговлей. Непосредственно большой интерес жителей вызывает общение с нами. Нам нравится этот диалог, он у нас прямой. За анонсами новых встреч с жителями следите на сайте администрации округа.